Это, блядь, что такое было? Это просто шедевр. Насколько идеальный заход мог быть? Это просто... нет слов. Так, по-моему, там нет дамага в кота. По-моему, нет. По-моему, там нет такого дамага. Могу ошибаться. Рандомный дамаг, нет такого дамага. Погнали. Так, ловушки в хендбафе — это что-то новое. Если нужно, я помогу. Так, это ход на 6, 7, 8, 9, 10. Проиграли. Особенно потому, что там отчасть. Что-то я попутал. А как так получилось? А знаете, что круче магии? Математика. Не знаю. Так. Ну, кстати, Сигиль один раз разыграет. Что-то, дай мне возможность разыграть Сигиль один раз. Я бы дал. Ну, разик. Какая-то сирена сейчас сожгется. Что, посмотрим, какая? Надо бы это сожгла сирена. Так. А-а-а, ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо. Все, он решил его просто менять. Ну, или дяда играть. А мы назад камбэч. Блин, жалко мужика. Как его жалко. Бедный сигилист, ё-моё. Я ему просто не даю шанса. Хайлайт, да пипец. Блин, мужика очень жалко. Я бы уже давно пасовал. Окей. Блин, это изи. Это прям быстро очень. Завтра сегодня поделимся очень много треков, потому что сегодня стрим будет жесткий. Пипец. Блин, меня нужна была. Вот и началось, вот и началось. Блин, оно началось. Оно началось, я еще не добил. Можешь глянуть. Скоро вот выйдет метаотчет и все сформирую. А, даже так. Ты ее сразу хаваешь, у тебя нет выбора. Ок, ну крутой чел. Оооо, чайка Н. Я не развратник. Блин. Просто... фантазии. Ладно, не получилось. Да ну нафиг, ну это нечестно, я считаю. Блин, ну блин. Там вряд ли уже что-то такое же будет. Нам надо как-то вытаскивать это. Гном. Гном. Человек. Какой гном? Там нельзя прожимать. Потому что, блин, девочка не прокрутится. Я знаю, кем он станет. Блин, а вот киберспортсмен сказал бы, надо прожимать, блин. Давай прожмем, чтобы он стал человеком, блин. Блин, вот это вот гвинт просто. Смотрим. О, на музыка, вот и цель. На нафиг, паря. Фел. Это была самая худшая ошибка в твоей жизни просто. Ну окей. Ну это было жестко. Тут без вопросов. Нормальный мув. Очень хороший. Ну да, скорее всего не понадобится, сразу сейчас прожимает. Ну да, 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 все правильно говорить. Карат, кстати, можешь себе достать и скаратить десятку. Скорее всего, найдешь, нашел каратку, очевидно. Ладно. Чел, а ты знаешь, сколько эта карта сейчас у тебя сыграет? Я в единстве с природой. А ты? Ай, блин. Гения не повсюду. Слушайте, ну он еще победить может. Ну все. Ну не сдаю. Блин, его еще один есть. Откуда у него столько их? Кого-то при... Так, а мне, кстати, не... Все, наконец-то рандом. Теперь реально может не хватить. Ну, не попасть, вернее. Смерть ходит кругами. Шанс небольшой. Нифига себе! Капец. Дед, ты что творишь? Нифига себе. Дедок-то может. Погнали споры играть. Он еще все может показать. По-хакамски чай, это норм тема, кстати. К оружию! А почему он сделал так? А, подожди, ну-ка. Так. Так.
Жесть. Какая жесть. Ух ты, блин. Это круто. Ну погнали. Там ровно хватает. Но просто мне это кажется, что у него там есть. В запасе что-то еще. Не-не-не, ребят, не в коня. Давай, давай сюда, родненький. У-ху. Жесть. Но это было потно. Это было реально потно. Блин, ну я знаю, что попаду по щиточку. Давайте, а, проверить, ну не проверим, если я схожу. Но прям придется ходить, ребят. Я не могу так отпустить просто. Я знаю себя, знаю свой рандом, ребят. Я знаю себя, знаю свой рандом. Блин. Не, в контексте это, конечно, балдежно. Лучше бы я, наверное, Ведьмака оставил на эту, на этот, на эту роль. Ну что, ребят, 50 на 50 играем. Две восьмерки. Умрет только одна. Ну, ребят, как китайцев побеждать? У них такие деки. Я не могу от этого отыгрывать. Я не могу это побеждать. Вот приходит иногда рандомить. Кому-нибудь. Ну, давайте играть. Так, лавка, погнали, погнали, ребят. Не рандомный. 5 из 5 карт смотрит. Что он будет выбирать? Крайне правую. Блять! Я уверен, что у него сейчас будет пипец какая-нибудь, а не романтия нафиг. Но компас такой. А, у него отвратительный он, да? Ого! Это худший накер, который я только видел. Это просто отвратительный накер. У него, то есть, он компасом достал, получается, накера. Накером достал Тиршаха. Получается, у него домик ушел. У него спала не было. Это худший накер за всю историю Гвинта. Не побоюсь этого слова. Подождите, чего? Если он лидером забрал коня с меткой, то он чистит наоборот. Кого чистит? Ядрить рольнул. Ё-моё! Ну, конечно, мастер роля, не да. Пас для слабых, а тут не догнать, скорее всего. Там Вильгефорд просто есть. У нас будет очень сильная кариоверная карта, которую он никак не тронет. Поэтому он сейчас не догоняет, отдает карту, а то и две. И у нас очень сильная карта в конце. Эта карта сходит у нас где-то на 25 с хамелеона получается, да? 25. А может все-таки не... Ну хотя, блин, нет. Это... Яд еще хочет. Два яда рольнул, ты че, псих? Ёп! Ой, блин. Ой, блин. Мастер роляни, ё-моё. Это что? А потом мне говорят, так. Так, я даже не знаю, что сделать тут. Пожалуй, уходи на сегодня интернета. Блин, это непроходимо. Так. Давайте посчитаем леденцы перед тем, как их есть. Давайте позовем цифры. Цифры, 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 где же вы? Да хватит! A few moments later.